И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Genesis и... на Genesis 1. И сегодня мы продолжим выживание в этом прекрасном мире. Я построил дом второй раз. Первый раз я построил дом точно такой же, ну, только вот здесь, где-то вот сюда поближе. И все хорошо, пока стоял в АФК, игра вылетает и меня откидывает на момент, когда я с Рудольфом только сюда поднимался. Ну, в общем, получается даже до прощания, там буквально за пару минуток. Вот. Построил дом, ну, только единственное, что я здесь уже достроил, у меня не было печек тогда. Ну, в общем, построил дом, сверху кровать, две печки стоят, кочегарят уже вовсю. Добывают металл, шкафы расставил. Мне очень понравилось, как я решил сделать, реализовать это дело. То есть здесь у меня ресурсы, здесь у меня броня, оружие, здесь у меня скины, здесь у меня рецепты. Все постройки у меня в эсплюсовском верстаке, потом как вариант их в другой верстак скину. Ну, тот столик, где конвертер, там где сверху постройка нарисована, как бы более как-то, знаешь, удобная в этом плане. Ну и Рудольф у меня с седлом. Я тут пробежался, кожу лутал, добыл немножечко сырой баранины, там барашек просто тусовался у меня на вершинке. Очень даже было хорошо, повезло. Вот, и... Давай. Оп, погнали. Теперь я могу горцевать на барашке. Да, скин оленю меняет рога. И, ну, понятное дело, цвет делает дефолтный, то есть для скина. И, соответственно, уже становится таким, как он есть. В целом, я доволен этим скином. Почему? Потому что, во-первых, рога становятся маленькие. Ну и расцветка такая-то, ну, то есть не белая. Нет, в целом расцветка прикольная, белая, но, блин, так поприкольнее все равно. То есть, как бы, скинчик мне реально нравится. Ну и что делает Рудольф? Рудольф у нас, он вроде только солому может лутать, если я не ошибаюсь. Он ни на что на это не реагирует. Да, он, получается, только добывает солому с деревьев. Отлично. Но в целом, опять-таки же, тоже не сильно много. По большей части это скакун. Скакун-бегун. Вот. И немного переносимого веса. Вот. Потому что, допустим, ту же самую солому я могу добыть и так. Чуть не упал. По крайней мере, мне это показалось, что я чуть ли не упал. Так, что дальше? Выносливость не обязательно, здоровый вес ему вполне достаточно. Ну да, давай урон, чтобы если что, мог отбиться. Что будем делать дальше? Давайте попробуем у меня здесь... во-первых, я думаю, как это работает система. Типа, где ты можешь строиться, где ты не можешь строиться. То есть, как бы я с этим... Я реально, я здесь даже ничего никогда нигде не строил. Я сначала подумал, твою мать, игра баганулась, но потом понял, что не, нифига. Так, Рудольф, стой. Игра не баганулась, это так и работает. Погнали, покажу. То есть берем какой-нибудь предмет, который можем установить в мире, и оп, ночью, конечно, видно лучше. Но вы видите, то есть там, соответственно, появляются кубы, где ты просто чисто физически не можешь построиться, так как там идут задания. И это клево. С одной стороны клево, с другой стороны читерно, ты понимаешь, куда нужно бежать, чтобы найти задание. К примеру, там вот я знаю, что вот светится фиолетовый, и мне нужно туда, чтобы выполнить какое-то задание. Вот такая вот фигня. Оп, убираем все. Я реально, я сначала подумал, что это баг, какого фига, но... Но нет, нет, это так и задумано. Так, давай, что сейчас хочу проверить. Отойду подальше. Где ты у меня? О! Привет. В смысле, ты мне за привет что-то дала? Ты мне за привет 306-граников дала? А давайте почаще буду привет говорить. Ах, класс. Блин, нифига себе, сколько элемент стоит. Ну, опять-таки же, здесь покупать что-то, ну, как бы дороговато, как по мне.
Ну, это когда уж у тебя вариантов нету, тебя приспичило, допустим. Ну да, есть смысл. Так, ладно. Телепортируемся между биомами. И давай телепортируемся в океанический. Что я хочу проверить? Хочу проверить, ну, во-первых, место под постройку. Кстати, погоди. Раз уж там пошла такая пенка, давай возьмем себе какую-нибудь предметину. В зиме выживать я, как уже говорил, я не хочу. Ну, как бы такое себе. Зимка, да, это прикольно, но у меня уже глаза начинают болеть. Извините, на улице зима и здесь зима. Ну, камон, не хочу. Так, давай сделаем вот так вот. Где ты? Телепортация. Неболотный. Так, и... А давай туда. Телепортируемся. Ну, кстати, не такое уж и большое. Площадка. Да нет, дофига большая. Площадка. Сейчас допыхнемся и потом обратно. Ну, разведу. Так, попадаю я вот сюда. О, прикольно. Глюк. Отлично. Сразу же автоматом можем проверить, что как где. Так, допыхался я на Е. Отлично, глюк. Начинаешь его сканировать. Глюк никого. Прикольно. Прикольно сделано. Так, ты пыхнулся я сюда. Во-первых. То есть, короче, я походу дела вообще тут нигде строиться не могу. Ай, как же здесь неудобно, когда много листвы вокруг. Ладно, фиг с этим всем, потом разберемся. Не, могу строиться много где. О, 140-й, да ну нафиг, я вот его хочу притомить обязательно. Мегахилон, но его будем томить потом. Что я сейчас хочу проверить? Заодно тогда к этому глюку катаемся. Так, Хиленка, твою мать, повернись. А добрый вечер, а ты что такое? Начать миссию я не хочу. Не, спасибо, не хочу миссию начинать. Так, Хиленка, сейчас возвращаемся обратно. Это, если я не ошибаюсь, у нас был снежный на S. И сейчас попробую сюда телепортнуться с оленем. Я не знаю, что это вы играли. Я не играл, но хочу проверить. Очень большой радиус для телепортации, мне интересно. Телепортируюсь я сам или с диносами? Если с диносами, то это будет немножко проблемка. Почему это будет немножко проблемкой? О, добрый вечер. Потому что... О, добрый вечер! Вот, потому что я... То есть мне нужно будет какое-то место. Вот, если не ошибаюсь, я сейчас бегу правильно. Мне нужно будет какое-то место... Да, я правильно бегу. Вот. Этого барана я там встретил. Для телепортации. То есть мне нужно будет построить определенную площадку определенным кругом, чтобы я смог телепортироваться именно с этого места. Вот, если уже нет, то вообще мне пофигу, я могу хоть откуда телепортироваться. Так. И давай. Я почти угадал. И давай телепортируемся на океанический, на Е. Вот и проверим. Ты пахнется он или нет? Да, 9 минут, блин. Так много всего охота узнать, а так мало времени от серии. Ужас. Такс. Прогрузка. Рудольф что-то появлялся, но походу от того, из-за того, что он исчез у меня, он не телепортируется. Я слышал его за спиной. Да ну нафиг. Вместе с диносами телепортируемся. Ну, окей. Допустим. Я понял. Значит, нужно площадку для телепортации себе устраивать. Не, ну чё, деревьев полно, почему бы не подлутаться? Очень, блин, хочу 140-го этого чувака потопить. Но надо Рудольфа возвращать, и хочу вот этот глюк проверить. Сегодня пойдем по глюкам, но для начала я верну Рудольфа домой.
Алло, давай уже, вот это вот, отцепляйся от глюка. Хватит на него смотреть. То есть, получается, по идее, я смогу даже сидя, да, на Хеленке. А, не, сидя я не смогу, потому что она передо мной всегда. Да, вот. Так, ну окей, зато я проверил эту механику. В чем-то удобно, в чем-то очень сильно удобно, особенно когда ты знаешь, где у тебя ресурсы находятся, в каком месте. В чем-то это, черт побери, неудобно, особенно если это водный динос, и он случайно зацепился под этот купол. Ну вы поняли, ты пыхнулся на сушу и пам, у тебя больше нет диноса. Я сейчас пока туда-сюда летал, я подумал, а глюк это разве не просто заметки? Ой. И чё? Все, что есть в симуляции, должно быть здесь, двумя исключениями. Первое, это очевидно все те глюки, которые мы исправляем. А вот второе, меня заметила признаки осознанного присутствия аватара, если говорить техническим языком, рыскающих по системе. Не знаю, зачем они здесь? Их определенно не было в исходных планах симуляции. Угу. Ну, кстати, вот начиная с этого глюка, точнее, начиная с этого глюка, куда немножко более подсказывают, типа, чувак, ну, вообще-то, ну, ты понял, короче, с чем мы здесь пытаемся сражаться. Да, это просто заметки, я получил опыт, и надо будет проверить потом, на диносах я могу получать опыт или нет. Но, вот это... Смотрите инвентарь. О, это как этот терминал. Ну, понятно. Кстати, прикольно. Прям сюда можно тпхаться, и здесь стоит терминал. Классно. Если знать, главное. Прятки на волнах. Я помню, вот это вот я пытался миссию выполнить. Там нужно плавать под водой. И для этого... твою мать, чуть не упал. Для этого нужен кто-то более посерьезнее. Фиолетовые лучи — это заметки. Окей, я понял. Их искать будет намного легче. Кстати, я подумал. Хотя, ладно, пускай. Вот. Их будет искать намного легче в этом плане. Давайте поищем другие задания. В океаническом я не... Подожди, братан! Стой, 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 стой! Стой, стой! Подожди, 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 подожди! Подожди, я хочу, хочу залезть, хочу залезть! Ты так слишком близко! Подожди, стой! Можешь нырнуть! Черт! Я не знаю, зачем я... блин, я еще и пульт взял, как обычно, по привычке. Покатай меня, большая черепаха. Бляха-муха. А, это кайф. А, это кайф. Нет, тогда свой, это свой. А вот погонять на диком, это кайф вдвойне. Это что за птички? В смысле, это что, твои птицы за тобой летают, что ли? Блин, у тебя свои экосистемы, что ли? Спасибо, большая черепаха! Блин, это кайф! Не, реально, на диком покататься. Я тогда, я помню, в воду нырнул, я хотел на диком покататься. Но, вы поняли, это у меня не получилось. Сейчас это, блин, вообще кайфово. Вот это, я не знаю, я кайфанул. Мне пофигу, что вы там скажете, я кайфанул. Так, давай, Хеленка, погнали. Погнали. Да, походу, дело в снежный биом. Вулканический точно будет жопа, болотный, там дофига всяких козлов, скажем так. Снежный биом, походу, дело... Ну, козлов я имею в виду, всякие крокодилы и так далее. Погнали в снежный биом и давай, допустим, в... А давай в S. Хотя не, в S мне там далеко было. Ладно, в любом случае. Сейчас поищем, короче, какое-нибудь задание. Так, снежный биом, давай смотреть задание. Самый близкий, это прям в дофига далеко.
фото. И давай смотреть гамму лучше. Почти как обычно рыбалка, только на льду. И ваше терпение, чтобы поймать столько рыбы, сколько сможете, и постарайтесь не замерзнуть. Но это мне точно по силам. Рыбалочка, жди меня, я сейчас приду. Так, окей, допустим, рыбалка, но это мне надо будет состряпать удочку, и, наверное, нужно будет... Не. Наверное, лучше вот это давай попробуем. Поиск замороженных... Не испугайтесь морозы и найдите скрытные места среди замороженных озер. Мне надо привыкли к холодам. Ну, то есть, мне нужно будет горцевать по местности, да, по ходу дела? И все они очень сильно далеко от меня. И на меня идет лавина! Так. А где он отображается вообще? Не отображается как на карте? Ага. Он вот так вот и отображается на карте. Так, я хочу посмотреть, что будет. Ну, я слишком поздно решил посмотреть, что будет. Окей, понял. Потом все-таки надо будет глянуть. Терминал. И походу тот куб, где я строиться не мог, это он и был. Ну, я понял. Значит, делаем что? Конечно же, летим. Благо, крылышки у меня остались. Я могу летать. Ну да, я же сказал, тот куб. Раз могу летать, значит, пойдем туда. У меня лишнего ничего нету. Да, скинем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Экипируем, пускай будет. Уи! Да, только трындеть она будет. Ясненько. С другой стороны, реально, а зачем она мне? Если она и так всегда со мной. Уач! Взлетел! Ах, красава! Так. Бежим к терминалу. Кто мне нужен будет здесь из диносов? Здесь богомолов нет, насколько я помню. Значит, добытчик, да, богомолы были на прошлой карте, но я что-то про них сначала забыл, а потом думаю, да и пофигу. Да и пофигу, у меня анкилка топовая попалась, зачем мне богомолы? Вот, здесь богомолов нет, поэтому, по ходу дела, также придется анкилок томить. Либо бур, к примеру, да, создавать, то есть и через бур все это дело добывать. Пока что с добычами немножко... Запарно. В том плане, что я пока что не знаю, что мне лучше делать. Лавина, я смотрю здесь. Пошел в очко, тварь! Ублюдок, мать твою, за ногу, чтоб тебя... Ах, это я как очканул-то тебя, ёпарасы ты. Ох, мать твою. Чисто с рука выгони, да ублюдок, мать твою. И пошел ты. Пошел ты. Пошел ты. Вот это я сейчас обосрался. Благо не хотел. Так. И как мне туда забраться? О, добрый вечер, зацепился за что-то. Я посмотрел, чем... Я посмотрел, чем томятся этим. Кстати, в чем прикол, если на самку надеть скин, она, по идее, тоже должна быть с рожками. И... Я бы проверил это. Вау. А я там видел, какая-то миссия с носорогами была же, да? Мне случаем носорога-то томить не нужно будет? Ё-моё, у меня такое ощущение, что мне здесь придется вообще томить больше всех. Короче, только горы, мамонты на параде. Насыпь над материей. Прятки с оборотнем, и я походу... Да, вот, Рина. Заберитесь на шерстистого носорога, примите участие. Вот интересно, они мне дадут шерстистого носорога, или мне придется своего томить? Это прям... Интересная мне мысль пришла сейчас в голову, но... Погнали до терминала. Ё-моё. Благо, вот реально, на локалке только строится, короче, около этого. Около телепорта. Ну прикинь, потом обратно вот это все возвращаться. Я ж туда не вернусь обратно. Там что это мне туда, 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 туда. А альпинистки, извините, у меня нету.
Да в смысле ты там за горой? Ну ты серьезно, еще и Тиранус, ну ёб твою ж за ногу. О, какой 125-й? В смысле ты на меня сагрался? Иди в баню, дурак! Пошел в задницу, ублюдок! Да мегатери, братан, спасай! В смысле ты прошел? Да пошел ты, мать твою, да пошел ты, пошел ты! Это было... Да в смысле ты забрался, козел? Ты чё, офигел, что ли? Вот и лети отсюда! Ёп... Что... Пошёл ты! Ну и чё делать? Долбанный Ютиранус! Блин, срань, твою мать! А! Я еще падаю вниз постоянно. Ну, это, короче, прям что-то не очень. Так, где терминал? Терминал у нас там. Отличненько! Благо броня. Благо, реально броня. Вот, у меня появляется сразу же зона миссии. Отлично. Значит, о, а я сюда хотел пригорцевать. Секунду. Так, погнали. Оп. Отлично. Терминал для миссии. Удерживаем. Давай поиск миссии. Оставшееся время и... А что нужно делать? Найди скрытые локации для заграничного промежуток времени. Что? Энергия найден оазис. Так. Что? Что? Так, погоди, я чё-то не понял. Чё нужно сделать? Ё-моё! 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 Это кто? А, Эквус, окей, ладно, фиг с ним. Ё-моё! Так, это я нахожу оазис. Отлично, это я еще что-то нашел. Еще один оазис, отлично. Классный оазис. Топовый оазис. Твою... Ё-моё, куда я пришел? Смотри, какой кайф. Да ну нафиг. Блин, черт побери, жаль миссия. Я бы еще посмотрел бы побольше. Так, туда обратно. О боже, как приятно. Ё-моё, глюк. Выбранный вами глюк устранен. Если хотите исправить еще один глюк, нажмите 2. Прости. Иногда убегаешь по самой не могу входа. И нужно время, чтобы снова выбраться на твердую почву. На чем мы остановились? Отлично. Это мы понимаем, что ее ломать пытаются. О, отлично, я понял, где это. Так. Регионов... А, ясно. Ясно, я понял. Вот теперь я понял. То есть, все, окей. Я теперь понял, я нашел регион Оазис. Во, блин, он кайфовый, черт побери, надо будет туда потом за кадром вернуться и посмотреть, что там вообще. Кайф. Ну, блин, опять-таки же вот какой-нибудь летунчик, чтобы с воздуха посмотреть, лутать, поискать. Это было бы прикольнее. Уи! Подо льдом это, наверное, где-то здесь. Ой, добрый вечер, я не хотел вас потревожить.
Да ладно, мне показывает, куда надо бежать. Клёво. Давай, 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 давай. 9 минут. Да вы чё, офигели? Ну давай, быстрее, 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 быстрее. Интересно, а что там подо льдом? Блин, мне вот этими миссиями показывают карту. Это клёво. Отрубаем ночное видение. Такс. Так, подо льдом. Ага, отлично, ныряем. Давай, 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 давай. А, не, у меня кислород нормас. Ну, раз уж я рядом. О, братан, ты тоже ищешь подо льдом? Так. О, это терминал миссии, что ли? Класс. Погнали. Ой, ты тоже ищешь подо льдом? Ну, блин, ну, я первый буду. Я хочу первым быть. Так, вот еще миссия. Отлично. Ну, это понятное дело, это я выполняю легкие миссии, потому что здесь просто типа из точки А в точку Б сгорцевать и не сдохнуть. Так, и мне надо посетить 4 региона. Отлично. А дальше растаявший ручей. А не подскажете, где здесь вынырнуть? Спасибо. Поставишь ручей. А здесь я могу. А, здесь миссия рыбалки, все, я понял. Бобрехи. Ой! Выдры! Икс выдр! 135! Надо уотера притомить. Надо уотера притомить. И, кстати, Овеса бы тоже бы притомил. Ну, так, сейчас по приколу. Так. Да ну нафиг, а чё ж так далеко-то бежать? Вот, не, на таких миссиях точно нужен летун, без вариантов. Да ёпперсоте, жирный! Да пошёл ты, собака ушастая. А, это мне дает время на одну миссию, типа, на выполнение этой миссии. Я понял, это не было не общее время, окей, живём. Кто тут тупой такой жирный? Так, поезд пассажирный. Чуть не упал. Так, 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 тихо, 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 мне туда. Ага, это ты у нас такой упитанный. Да ёб твоих штанов, хеликоптеры пошли в сракотон. Нафиг, 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 нафиг. Ох, ужас. Так. Я, похоже, в нужном месте, да? Я что-то понять не могу. Ну, а, мне туда наверх надо. И как? И вот так. Хорошо. Отставить панику. На ёпрасоте, тебя, инвалид, ты долбанный. Так. Не в обиду инвалидом, но этот дебил прям конкретно. Не, я просто прикол. Сколько офисов? Ладно. Вот где. Так, глюк. Этот биом должен быть гористым и холодным, это понятно. Не настолько отвратительно. Система генерации погоды застряла на режиме метели, выдает глюк типа того, который я только что устранил. Вместо того, чтобы переключиться на более мягкую погоду. Что ж, если ты надеялся понежиться на солнышке, то... Погода здесь будет без изменений. И это прогноз навечно. Ну, прикольно. Ой, да иди ты в баню. Нужен ты мне более. Ныряем. Походу дела. Так, так. Чё, не ныряем, что ли? Я чё, зря нырнул? А в смысле зря нырнул? Чё, реально зря нырнул? В смысле туда надо?
Так, чувствую себя дебилом. Тут сейчас сказал, чувствует он. Да в смысле ты вот это вот прям зелененьким отображаешься? В камнях где-то отображается, тварь. Ну-ка. И еще. А, вот ты где. Начало ручья. Отлично. Словил. Че, еще где-то? В том же районе. Наверху. А, я понял. Мне нужно пробраться вверх по ручью. Как долго до меня доходило? Всего-то 4 минуты. Харикатери. А, не, сорян. Прости, что быканул. Бляха-муха. Давай. Ох, как ж не хватает альпинистских кирок-то, а? Вы бы знали. Я к ним уже слишком привязался и привык. Я единственное, на что сейчас рассчитываю, это вот там, где мамонт, там есть дорожка. Тропинка. Ну, пожалуйста. Давай. Отлично. Я знал, что здесь мне повезет. Погнали. Вверх, поручу. Волки! Да ты серьезно? Да! Я еще и хорош стрелок, если что. Если вы не знали. Я хорош стрелок. Да ёп! Да пошел! Так, отлично. Где? Туда. Окей. О, благо по нему не попал. 145 левел, мне бы это было в жопу. Ой, сорян. Уу! Да ёб, пресеты. Давай, жирный! Вы серьезно, да? Вы серьезно заставляете меня здесь ходить? Вы серьезно заставляете меня здесь ходить? Да вы борделе? Какой же разработчик плохой? Так, отсюда я никак не смогу сдрапнуть. Это 2 из 4, то есть мне еще нужно дальше выше пробираться будет, да? Хотите сказать? Дальше выше это плохо. Так как что? Правильно, я опять сейчас упаду. Ах ты ж собака. Оп. Да. Я так и знал, что вы за мной пойдете. Так, мне нужно туда. Я правильно знаю. Куда мне нужно? Одна проблема. Вот это шерстяная проблема. Я как это, как Зоиберг. Ай! Добрый вечер. Куда мы идем дальше? Отлично. Благо, пока на крыльях есть время подумать. Пошел в очко! Аллилуйя! Тысяча! КМП! Ты сейчас... Are you seriously? 72 патрона. Я уже думал, у меня патроны заканчиваются. Все волков выпустил. Как? Половина волка, половина в стену. Ну ладно. Я надеюсь, эта дорога меня выведет куда-нибудь. И это у меня еще скорость бега прокачана, если что. Ёперный кардобалет. О, кристальчики. Воу! Давай. Да шатал манал я ваши миссии без летунов. Да что? О, все, короче, следующий мит. Ну, следующий миссии. В следующей серии. Кто там рычит? Там мимо летуна. Так, подожди, я знаю. Так, не так. Хоп! Хоп, добрый вечер. Оп! Я так и знал, что это он кричит. Так, подожди, мне куда? Мне туда.
так счастлив. Черт побери. Ну-н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 у. Оп. Сколько? То же самое еще. Ёпыш за ногу. Походу дело в сторону глюка надо лететь. В сторону глюка. Я угадал. Нет, ниже. Ага, вот туда. А, ну да, он же показывает куда. Вниз. Ты серьезно, мне просто... А может надо было с другой стороны облететь? Я сейчас просто делал большой круг. А и насрать уже назад, идти поздно. Так. Сколько ж тут баранов-то, ужас. Да уж. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, ну хоть времени много дают. Знаешь, что будешь как дебил пить пешком. Легкую давай миссию возьмем. Но. Сделал один такой, уже полчаса проходит. Так. Я надеюсь, здесь пойдем по прямой. Ясно? Лавина. Да пошла ты в жопу, лавина. Я против шести волков бежал. Пешком. Ну, в смысле, не против, а... Вау. Блин, не время. Вот, шести волков бежал. И двух кабанов. Давай. Газуй, не отставай. Да уж, а был бы летун, взмыхнул бы вверх на крыльях ветра и обогнул бы гору, но, как там говорится про умного, умный в гору не пойдет, умный летуна притомит и полетит, да? Так же, да, вообще в оригинале было? Ё-моё. Да ты серьезно? Я надеялся, я что просто влетаю, короче, такой, и это. Где? Да в смысле ты мне не показываешь больше? Ой, добрый вечер. Добрый вечер! Оу, я! Да пошли вы в жопу! А, о-о-о! Я понял, мне надо вниз спуститься. Отлично! Куча волков, а я спускаюсь вниз. Да, пошли вы взад. Кто быстрее, я или лавина? Естественно, я. Медведь, спасибо. А, не, он далеко, повезло. Нашел ты. Пинается он. Я и сам могу спуститься. Дебил. Я тоже так могу забывать. На-на-на. Хоп. За что мне это? Я иду... О, слушай, а лавина там не так уж страшно. Это в смысле ты застрял? Ты в чем тут застрял? Беги нафиг, дурак, жить хочешь, беги. Не, ну ладно, ладно, справедливости ради, по такому склону и я не поднимусь. И, тем более по снежному. Там будет жопа. Я вот как прокоптодон встану и буду такой тупить. Эй, что дальше делать? Силёнок-то не хватает. Давай, поднимайся, взлетай. Ну, ёптвоишь, да чтоб тебя! Самое главное... Так, вырубаем яркость. Самое главное... Да что ж ты... А чё самое главное? А, самое главное, волки отстали! Два! Я всё выполню! Пошёл ты! Понял! Понял. Я-то выполнил миссию, а ты не выполнил. Понял. Добрый вечер. О, мне седло дали на того, кого я хочу томить. О, офигеть. Ты выполняешь миссии, это как дропы. Прокоптодон-то. Кайф. Блезик. Капразух. Ютик. Вот это я понимаю. Амнезия! Это класс! Мне их хоть создавать не нужно. Через что я прошел? Это было ужасно.
Все, все, не-не-не-не-не. Ну там еще 125 мне получается дали. Не, блин, слушай, ну было классно. Было классно. Но мне нужен был летун. Для таких миссий нужен обязательно летун. Тут как бы без вариантов. На них бы я выполнил намного быстрее. И даже, соответственно, на альфе я бы смог пройти прям изи-бризи. Ну, первая миссия не комом. Я красава. Я выполнил миссию. Меня сейчас завалит лавиной. Кстати, давай проверим, что будет. Урон будет? Че лавина? Я от волков убегал с голой жопой. Ну ладно, не с голой жопой, но пешком. Че мне эта лавина? Да. Первая миссия, конечно, была все-таки правильно выбрана. Я понял, как эти миссии работают. Понял, что когда где. И что самое главное, я ее выполнил без единых проблем. Ну, в смысле, не сдох ни разу. Было клево. Было клево. Надеюсь, вам тоже понравились мои эмоции, то, как я выполнял миссии и так далее. Что будет дальше? Посмотрим. Конечно, будет летун комов в следующей серии, там мимо летуна. Да и нафигу я не видел еще, чтоб ты от раз так бегал. Ха, нафиг. И как вариант, эту же миссию попробуем пройти альфа-миссию. Но если на летуне сможем что-то либо сделать. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, наконец-то, с моими друзьями. Ну, за все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.